Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды в студии Муза Черепанова. В ближайшие сутки в Кызыле днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, возможно гроза. Плюс 27, плюс 29. Вечером и ночью по-прежнему облачно, плюс 14, плюс 16. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы от 15 до 20 метров в секунду. В некоторых районах Тувы возможны сильные ливни, дожди, грозы, град. Ожидается геомагнитная буря, давление 700 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%.